вечеринку года. Это был сюрприз, но мы только что тебе все разболтали. Если дядя сломает тебе ноги, я сращу тебе кости. У меня есть специальная мазь. Могу ли я поинтересоваться, почему вы огромной толпой ошиваетесь во владениях Юньмэнзян? Госпожа Лю, мы просто ходили на рынок. В Юньмэне остался последний на этом белом свете рынок. Не болите чепухи. Мятеж планируете? Или рыскаете? Дзэнфин проказник, и ты с ними заодно. Твой дядя будет очень зол узнать, с кем ты сейчас проводишь время. При всем моем уважении к ордену Кусулань, но... Не желаете ли прогуляться с нами? Ты еще дерзить думал обрезанный рукав? У вас семейное так меня называли. Госпожа Ли, Вэйин хочет сказать, что мы собираемся устроить праздник для вашего сына. Возможно, госпожа Ли согласится принять участие в организации. Праздники? Какая пустая трата времени? Не подобает будущему главе ордена праздно проводить свои дни. Госпожа Ли, он ваш единственный сын. Мальчик много трудится, и я уверен, он станет хорошим правителем своего ордена. В молодости всем хочется порезвиться. Прохвост, Вэй Юсянь, вечно позорит меня перед всеми, задам трепку, а Зиндрину бездельнику точно сломаю ноги. Я придержу своего сына, а вы идите и завершите, что должны. А потом я... Ой, матушка! Куда ты снова бежишь? Ты будущий правитель и не должен быть столь ветреным и легкомысленным. Да, мама, я... Вот эта женщина, вот эта хватка. Но у нас почти уже все готово. С днем рождения! Это все для меня? Дядя, мы приготовили для тебя сюрприз. Здорово я придумал, а? Ну, Вэй Юсянь, ну погоди.